Начинаем аллоскопирование. Сегодня 15 августа. Здесь заложена четвертая линия. Мы уже начинаем тестировать от родительских стад, потому что с сентября будем запускать третью, четвертую линию для создания родительских стад. И теперь смотрим на 208 заложенного яйца, сколько у нас будет неоплод. Как правило, с оплодотворенного яйца выходит 98-97%. Яйцо очень крупное, повторюсь, от 17 до 20 грамм. Неоплодотворенное яйцо сразу видно, он фонарики зажигается. Даже вот с такого ракурса, где я снимаю видео, оно сразу видно. Селекционную работу ведем уже давно. Постоянно контролируем родительские стада, отбираем самую лучшую птицу, рассаживаем. У нас много оборудования, много технического оборудования, образования, что у меня, что у моей супруги, зоотехники мы, поэтому редко раньше снимали репортажи. Сейчас вот чуть-чуть разгреблись, ферму уже достраиваем, скоро я вам буду показывать оттуда репортажи. И пока с селекционной станции веду прямые трансляции. Самое главное здесь первое — это птичка, второе — это корм, и третье — это оборудование, рассадка. Как вы рассадите птицу, при каких условиях вы ее будете содержать, при таких вы достигнете максимальный рост птицы за короткие сроки. В принципе, мы добивались не слонов вырастить, а при расходе корма, при конверсии корма к мясу, получить оптимальный вариант. При затратах 700 грамм корма получить 250 грамм мяса. Поэтому вот к этому надо стремиться. Все, включайте свет. И давайте посчитаем сейчас примерно. Раз, там, ну по два, сейчас скажем. Двадцать восемь неоплодотворенного яйца. И вот она, яичко все оплодотворенное. Из 208, 190, точнее 180 мы будем перекладывать. А потом я покажу, какой вывод пройдет.